Добрый день, с вами Flora2000.ru и я флорист Мария. Сегодня мы с вами будем собирать осенний букет, который называется «Сентябрь». Наш букет мы будем делать в каркасе. Такой каркас можно купить в любом флористическом магазине. Цветы, которые мы будем использовать, это сезонные цветы. Они подобраны в одной цветовой гамме. Это колоски, калина, гербера, роза миспиги, хризантема, а также ирисы. Ну что, приступим. Наш букет мы будем собирать по спирали. У нас получится очень пышный и в то же время очень яркий и красочный букет. Добавляем немножко зелени. Зелень должна присутствовать обязательно в букете. Она добавляет форму, она добавляет объем и немножечко увеселит наш букет. Не забываем про колоски, так как это у нас сезонный букет. Все составляющие букета и цветовая гамма должны соответствовать нашему названию букет. Калина. Яркая, красивая составляющая нашего букета. Ароматная, настоящая ягодка. Ирисы, цветочек небесного цвета, очень красиво, очень хорошо подходит к нашей цветовой гамме. Добавим немножко зелени к каркасу. А с другой стороны можем поставить немножко колоски. Ну вот, наш прекрасный букет готов. Теперь нам осталось его только связать. Делаем крепкую связку, чтобы он не распался и все цветы держались на месте. Отрезаем оставшуюся ленточку и подрезаем наш букет. Теперь мы его сажем бечевка, которая будет очень хорошо подходить под наш каркас. Не жалеем. Ну вот, наш букет готов. С вами были Flora2000.ru и я, флорист Мария. Радуйте своих родных и близких вместе с нами.